Жители Нового Уренгоя поддержали самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Сбор подписей в поддержку кандидатов на вакантное место продлится до 30 января. За это время нынешнему главе государства необходимо набрать не менее 300 тысяч автографов россиян. На пункте сбора подписей побывал Владислав Сельнинов. Ему слово. Место у этой стойки пусто не бывает. Волонтеры только и успевают заполнять бланки. Желающим поддержать своего кандидата в президенты необходимо иметь российский паспорт и местную прописку. Такие пункты развернулись по всей стране. По закону самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч автографов соотечественников. С этим лидером мы можем всего добиться в этой жизни. Во всем мире будет Россия сильна. Самая сильная, могущая страна – это наша Россия. Я в прошлом мало за кого голосовала, а за Путина всегда хожу, за Медведева, за Путина я прям первая. Почему, расскажите? Ну, потому что он умный. У власти должен стоять человек с умом, с головой. Больше никто из самовыдвиженцев, кроме Владимира Путина, не заявил желания провести работу в Новом Уренгое. В местной избирательной комиссии объясняют, письменное поручительство россиян позволяет самовыдвиженцам стать зарегистрированными кандидатами в президенты. Представителям непарламентских партий повезло больше. Им нужно собрать 100 тысяч автографов. Подписи собрать очень нелегкое дело, потому что, учитывая то, что сколько кандидатов на первом этапе заявились о желании идти на выборы в качестве самовыдвиженцев, да, там более 30 человек, но в итоге представили документы только 11 из них, потому что, наверное, люди поняли, что сам этап выдвижения, он легкий, он простой, но второй этап, который ведет к регистрации непосредственно, а если ты зарегистрирован, то есть ты допущен к выборам, это сбор подписей, он достаточно сложный. С начала политической гонки по разным причинам 11 человек выбыли, им отказано в регистрации в качестве кандидатов. Впереди претендентов ждет еще один отсев. В избиркоме уверены, не все смогут собрать необходимое количество подписей, так что избирательный бюллетень с перечнем фамилий станет меньше. Точное количество претендентов на корону российского правителя станет известно после 31 января. Владислав Сельнинов, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».